father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья. В сегодняшнем видео я бы хотел вам показать такую фишечку. Как недавно вы заметили, бывают моменты, когда Steam падает, не работает и так далее. И многие пользователи интересуют, что и как произошло, да? Steam создали такой сайтик, называется Steam Stat. То есть то есть на данный момент вы видите на моем экране вот именно этот сайт. Статус Steam. То есть вы видите, что Steam есть, как бы разделяет клиенты на американский и как бы европейский, в общем так сказать. То есть вы можете полностью видеть онлайн в Steam, видеть в каких играх в порядке или все нормально, или допустим Dota, Team Fortress, CSGO, Community, WebIP и все и так далее. То есть данный сайт чем-то полезен, тем, что, если вы могли понять, если что-то происходит, вы просто заходите на Steam Stat и смотрите. Допустим, сегодня были какие-либо сбои, было видно, что европейский клиент Steam, он не работал. Хотя американский все в порядке. Потом, позже, оба клиента, так сказать, упали. То есть на данный момент эта штучка чем-то полезна. Не очень полезна, но есть у нее полезности маленькие. То есть посмотреть статус сервера Steam, серверов Steam, так можно сказать. Даже просто я чуток не так выразился, да? Вот, но для меня эта штучка всегда полезна. Как только Steam падает, я захожу и вижу, что Steam упал. То есть смысла сидеть в Steam и пытаться заходить либо в Dota, либо в CSGO нету. Просто нету. Я просто выхожу там, смотрю сериал и так далее. Позже я смотрю по статусу, что все нормально, можно заходить. Но скажу одно, если написано нормально, то может быть и ненормально. Могут какие-то быть временные неполадки и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.